Привет всем! Сейчас я расскажу вам реальные истории о злых учителях от моих подписчиков. История про злого учителя от Алисы Ермакович. У подруги моей мамы в школе был злой математик. Нет, он не кричал, он не ругал. Но когда кто-то сделал что-то плохое и так далее, он подходил к парте того ученика, склонялся над ней и приближал свою голову к лицу ученика так, что они почти соприкасались. Ту подругу звали Саша, и он говорил так: «Сашенька нехорошая, Сашенька плохая, Сашеньку надо отлупить!» И говорил это мягким, милым, приторно-сладким голоском, при этом осторожно поглаживая по плечу. Тогда в детстве она считала это нормальным поведением для учителя, но теперь понимает, что нет, это ненормально. История про физрука от Рамнат Юсупова. На физкультуре я не умею подтягиваться, и поэтому мой физрук всегда занижал мне оценку. Однажды я вернулась домой со школы, а мама позвала меня кушать и попросила меня нарезать хлеб. Когда я уже нарезала половину хлеба, нож каким-то образом поранил мой большой палец. Конечно, было больно, у меня текла кровь, и я его забинтовала. На следующий день первым уроком у нас была физра. Палец до сих пор болел. Когда у нас начался урок физры, наш физрук сказал сделать небольшую пробежку. Мы побежали. Всем знакомо такое чувство, когда ты спокойно себе бежишь, и вдруг у тебя резко заболевает живот. У меня это и произошло. Физрук наш был, очень злой, поэтому он накричал на меня и сказал: «Если я прямо сейчас не начну подтягиваться на двухметровом турнике, то он напишет на меня докладную директору». Я была очень пугливой девочкой, поэтому я пошла к турнику и старалась подтягиваться, но так как мой палец не выдержал такого, я упала с турника, ударилась, и у меня начала идти кровь из носа. Наш физрук схватил меня за волосы и начал орать на меня: «Да как ты смеешь, лучше тебя ребенок с третьего класса знает, как нужно подтягиваться». Я расплакалась, естественно. А когда я вернулась домой, вся как драная кошка, мои родители удивились и сказали: «Милая, что с тобой случилось? Ты как будто с войны пришла». Я рассказала своим родителям ситуацию, и мой папа так разозлился, что был готов убить этого физрука. Конечно же, его уволили, а я больше теперь никогда не хожу на уроки физкультуры. Школьная история от Алисы Ермакович. Это было на уроке физры. У нас на физру надо переодеваться в спортивную форму, а у одного мальчика из моего класса были зеленые спортивные штаны. Этот одноклассник плохо себя вел на этом уроке, и учительница ему крикнула: «Слышь ты, зеленые штаны!» Весь класс стал ржать. Она что, не знает, как его зовут? История от Мелиссы Чан. Я с мальчиками играла в футбол и случайно попала одному мальчику в лоб мячом. И подошла очень злая учительница, и она прям мне в лицо говорит: «Ты дура, глаза свои открой, куда ты кидаешь?» Она взяла меня за кофту и начала обсирать меня, а пацаны просто стояли смотрели. Так и хотелось ей сказать: «Женщина, если вы не понимаете, я случайно попала ему в лоб мячом, он даже не заплакал и не орал, а вы просто так начали на меня орать». Я сказала ей, что она не имеет права меня обсирать матами и так далее. Мальчики дали мне знак, типа «пойдем быстрее». Она толкнула меня и пошла дальше и бормотала себе что-то под нос. «Вот какие девочки пошли, в следующий раз я устрою тебе, тварь». Школьная история от Дианы Палагиевой. В младших классах у меня была злая классная руководительница. Как-то раз дали задание написать стих. И те, кто написал, стали подходить к столу. А передо мной стояла девочка, ее любимица. Она выхватывает мою тетрадь и начинает читать вслух мой стих. После училка злостно посмотрела на меня. Хотя что я сделала? Я была готова заплакать. Вообще Вера Ивановна меня и мою сестру-близняшку все младшие классы ненавидела. Как-то моей сестре другая учительница не доставила подпись к оценке, которую она сказала записать в дневник. Так она наорала на нее и сказала: «Зачем ты себе поставила оценку 5? Моя сестра очень рыдала, ведь это было неправда.
Когда пришла та учительница и классная спрашивает, вы ей подпись не доставили? Она и отвечает, что да, она просто забыла дописать свою роспись возле пятерки. Классная так и не извинилась перед сестрой. Мы хорошистки, поэтому 5 – это нечто заоблачное для нас. Я и моя сестра учимся в этой школе по сей день. 6 лет прошло. Спасибо вам за детство, Вера Ивановна. Я вас очень ненавижу. Вы мне столько плохого сделали за 4 года учебы. Хотя я вас всем сердцем старалась простить. История от подписчицы Диана. Я иду с лучшей подругой на физру. И тут мы видим, что девочка с параллельного класса плачет. И вокруг нее одноклассники собрались. Я спросила, почему она плачет. А мне ответили, что ее физрук ударил просто так из-за того, что она ему нагрубила. История про злую училку от Сони Радуга Шоу. Это было во 2-м классе, мы сидели на уроке, и училка начала ругать моего друга за то, что он написал диктант на 2. Затем она берет его тетрадь, сминает и кидает ему в лицо. Он сидел на первой парте. Вообще, она постоянно на кого-то орала. Я перевелась оттуда в другой класс при первой же возможности, а мой друг и еще один мальчик Макс остались там. Через 2 года Макс тоже перевелся в мой класс. Оказывается, она постоянно орала именно на него и даже била. У него на руках были синяки. Самое странное, что ту училку не то чтобы не посадили, а ее даже не уволили. Я считаю, что такие люди вообще не должны работать с детьми.